Всем привет! Сегодня в гостях у нас вот такая вот посылочка. Это браслет, умный браслет Luoco M2. И примечательный он тем, что у него есть измерение давления. И я хочу его сегодня распаковать и посмотреть на него. Покупался на AliExpress. Ссылка будет в описании. Смотрим, что у нас здесь. Вот такая вот черная коробочка. Вот. Как-то оно, чтобы не повредить его. И какая-то записка. Так, Better Life, лучшая жизнь. Так, спасибо вам, что скупились у нас в магазине. Мы, короче, просим от вас хороший фидбэк. Вот такие вот дела. Хорошую оценку и фидбэк. Вот такая вот красивая картиночка, они пришли. Вот Smart Band, коробка. И давайте глянем внутри. Так, все серьезно, очень коробка похожа на Mi Band 2. Вот инструкция серьезная такая, плотная, большая. Все на китайском. Вот ссылка на приложение. Сейчас мы посмотрим. Но у меня... А, вот с обратной стороны английский язык. Довольно-таки в порядке и удобоваримый. Я смотрю, все отлично. Английский язык есть. Так, смотрим далее. Вот часики, они еще запакованы в дополнительный пакетик. Какая-то фишечка, сертификат качества. Вот, типа, качество прошел, делали их 2017-07-05, либо 7 мая, либо 5 июня. Вот здесь у нас идет зарядочка. Зарядочка у них не как у Mi Band, да, то есть здесь они при такой клипсой. То есть подключаешь их клипсенчикой, вот так, чик. Вот, ну сейчас мы посмотрим. Ух ты, какая тут кнопка, вау. То есть защелочка, давайте... С двумя штуками она, это даже лучше, то есть, ну, в Mi Band одна ж кнопочка. Ремешок тоже такой рифленый, приятный на ощупь, очень хороший. Давайте мы их уже распакуем и посмотрим. Ух ты, круто выглядит, браслет, наклеечка. Вот, уберем пока ее. Наклеечка от царапин, сбоку такие серенькие, оно как коричневого цвета, то есть панельки. Вот. А снизу у нас идет два контактика и для зарядочки. Давайте посмотрим, как она коннектится. Вот так, наверное, вот. Попали мы. Да, попали мы ножками. Вот на этих, здесь внутри на зарядочке мягенькая такая кожа, чтобы не поцарапать экранчик. Ну не кожа, а я не знаю, там материал какой. Вот так это выглядит. И вот так оно отправляется на зарядку. Сейчас мы подключим, посмотрим. В зарядке вот такая вот индикация. Давайте сейчас еще раз попробую. Вот, да, вот она мигает. Вот, отключаем от зарядки. Потухло. Включаем. Пошла. Итак, отсканировали приложение. Пробуем установить. VR Fit называется приложение. Все здесь на китайском. Отправила нас на сайт китайский. И... Как же понять, где тут скачать кнопочка? Ну вот две кнопки. Это VR Fit. VR Fit 2. VR Fit. Ну, давайте посмотрим, может он есть в маркете, чтобы не мучаться. VR Fit есть в маркете, можно не мучаться. С русским языком уже, с переводом, то есть все. Приложение VR Fit для этого бенда. Так, мы его немножко зарядили. Сейчас посмотрим функционал. Больше меня всего интересует давление.
немножко выше я его застегнул, так как сердцебиение можно проверить будет с Mi Band сравнить. Вот, защелочка такая, она красивая, кнопочная, симпатичная. Вот. Так, включили браслет. Heart rate, вот он сразу засветился. А ну давайте, палец мой, бьется сердце у моего пальца. 79, давайте все-таки подцепим. То есть палец у меня 79 бьется. Кстати, ну вполне возможно, то есть это нормальное мое сердцебиение, там среднее 84. Часы, и на внизу часов, давайте проклацал, внизу под часами есть дата и есть сколько уровень заряда. Далее у нас после этого идет шагомер, сколько шагов, далее расстояние в километрах, сколько прошли, далее калорий, сколько сожгли, и вот сердечко давайте померяем сразу с Mi Band. 84, да, это нормальное мое, вот 84, 85 показал Mi Band, то есть видно, нет, и он дальше, смотрите, то есть, и он дальше продолжает замерять. SP02, я не знаю, что это, но у содержания вот это SP02, то есть кислорода какого-то, вот, в крови, долго он замеряет или нет, не знаю. Вот, 99% у меня этого содержания, я не знаю, что это за датчик, не знаю, ну, не вникал, что он делает, зачем он нужен вообще, тоже мне неизвестно, и поэтому, как бы, меня он очень и не интересует. Далее у нас вот, вот это вот давление, давайте сейчас померяем давление, в Mi Band давления нету. Меряет он около 30 секунд. 123/81. Да, действительно, у меня такое давление. Сейчас я хочу пойти и взять у родителей хороший, ну, обычный давление, померить обычным давлением. Принес более профессиональный аппарат. Сейчас натяну его на руку. Так, вот, натянул на руку его и проверим, как, сколько ж он замеряет у меня. Так, начали, и давайте попробуем здесь найти, и пусть померяет и здесь. 129/91, но здесь до 25/78. То есть похоже, показания похожи, но повысилось, скорее всего, за счет того, что вот 121/80 сейчас. 132/89. То есть повысилось давление, походу. Ну и давайте попробуем, проверим. Повысилось, что я побегал чуть-чуть. Давайте посмотрим, что скажет нам этот наш аппарат. 125/78. То есть 132/89, 125/78. То есть меньше показывает, но первые показания были похожи. И вот он в реальном времени продолжает его замерять. То есть цифры меняются. Вот, 120/83. Он завибрировал, то есть он якобы померил. Ну давайте контрольный еще один сделаем. Перемерил давление 122/90. Давайте еще раз померяем и возьмем еще одному человеку, померяем давление. Здесь давайте вот так повыше повесим. 121/76, то есть нижнее давление, видите, здесь ниже показывается. Но оно еще не домерило, сейчас оно еще продолжает, должно завибрировать, когда закончит. Вот, 119/83, то есть верхний порог на 3 ошибся, нижний на 7. То есть, и давайте еще одного человека замеряем, просто так померяем бесконтрольного. Так, показало 127/79, что похоже на правду, чи нет? 120/70. 120/70 у тебя? Ну, оно еще не закончило, то есть 121/83. Сейчас завибрирует. Можно проверить. 121/83, то есть нижний порог повышен. Бывает, он у тебя, да, повышен? Ну все, то есть пока в принципе похоже на правду. Включили поиск приложения, вот нашло оно Health, то есть два устройства Health, перенос информации, сбросить браслет, очистить данные, Google Fit, WeChat Sport,
Так, ну это обычные настройки. Смотрим. Так, вам необходимо предоставить доступ к звонки, разрешения, контакты, смс, SD-карта, разрешение для камеры. Вот, разрешаем мы все это. Нам может оно понадобиться, может нет. И здесь небольшая инструкция. Нажмите сюда, нажмите туда, там меню, там 1K измерение. То есть для того, чтобы измерение выполнять, доступ одной кнопкой. То есть справа вверху кнопку нажал и все. И сразу можно померить одним нажатием кровяное давление, пульс, уровень кислорода и усталость. Это очень удобно. То есть в принципе... для того, что если вы хотите померить, не клацать здесь, допустим, браслет у вас есть на руке, сразу подтянулись данные, сразу подтянулись время, дата, то есть все отлично, как в обычных аппаратах. Вот и выполняется измерение. Давайте у нашего измеряем наш палец. Вот уровень усталость, уровень кислорода крови, в чем он измеряется, то есть процент, BPM, mmHg. И усталость, что это измерение, то есть пока идет измерение, мы не можем измерить усталость. Он не меряет, наверное, потому что мы не подключили. Давайте его приложим к руке и посмотрим, должен измерить. Все, измерил пульс, не удалось измерить, написал, потому что мы его не держали на этом. Давайте попробуем вот так будет держать. Вот. Дальше у нас здесь ходьба и более детальные данные, как, куда мы ходили, сколько, за неделю, за месяц, можно все это сравнить, шагомер. Далее сон. Очень, ну, как бы мне кажется, что приложение немного удобнее, чем у Xiaomi. Вот пульс, динамика пульса, да, то есть все на одном экране, все данные есть. VRFit, тут есть персональные данные, здесь сверху сразу подключен и сколько заряд батареи, то есть 20%. Результаты за неделю, что тут, бег, можно снять фото встряхиванием, то есть встряхнули телефон, точнее, да, встряхнули рукой и он сделал фотографию, то есть интересный прикол, то есть можно... Вот камера, да, здесь светится камера, и можно потрусти рукой, и он сделал фотографию. Вот, ну, интересный прикол, да. Так, бег, управление устройствами, настройки. В настройках тут персональные данные, Google Fit можно синхронизировать с Google Fit. В принципе, управление устройствами, яркий экран, смысл измерения, обновление прошивки, обновить прошивку можно. Можно, давайте заглянем сюда. Текущая версия 2.25. Я так понимаю, свежего ничего нет. Управление соединением. В принципе, в приложении нет ничего как бы такого сверхъестественного. Все то, что мы видели в других таких подобных приложениях, ну, с фитнес-трекеров, для фитнес-трекеров, в принципе, у меня все, то есть браслет довольно-таки годный, если вам нужно измерение давления, можно его смело брать, ссылка будет в описании к видео, подписывайтесь, ставьте лайки, вот, всем до новых встреч, удачных покупок!